Привет! Приветствую на моем YouTube канале Серега Литвин. В этом ролике я вам сейчас хочу показать и рассказать то, что мы приобрели себе живность. Вот. Мы купили курей. Взяли 15 курей и 2 петуха. Двухмесячные они все. Вот. Мы, ну, решили прям конкретно прям заняться собой и хозяйством и всем остальным. Ну, чтобы жить хорошо и это нормально. Вот. Ну что, сейчас я вам хочу сходить, показать, как, что будет, какие у меня дальнейшие планы по постройке вот сарая. Все удобства для куриц буду делать. Ну, короче... Все, сейчас я вам покажу, все вы сами увидите. А, спасибо за классы, ребят, поддерживайте. Мне это очень нравится, и я вот пытаюсь больше снимать вам ролики. Обязательно, ребят, пишите комментарии любые, что думаете, что не думаете. Вообще, пишите мне, я буду чисто рад. Так что, ребят, давайте пойдем сейчас посмотрим, что у нас там в сарае. Поехали. А, ребята, у меня уже тут набралась водичка. Ай, вот это крутяк. Папа, ты будешь или плавать? Ну, не знаю. Плав. Только пиво. А это плав. Не, кораблики. Вот эти такие вот кораблики хочет. Ой, сюда плыви. Я свободен где-то. Так, все. Бассейн сейчас нагреется, а потом будете купаться. Ребят, ну что, идем, в общем, смотреть в сарай. Так, ну я вот тут, ребят, путем еще не убрался. Ну, здесь это все надо выгребать. Блин, качество камеры хреновое. Во! Вот такие вот у меня цыплятки. Сейчас качество сделаю лучше. Ну, не очень, ребят, ну... Все равно. Вот. 2 месяца, ребята, им. Здесь все уберу. Насесты сделаю. Тут вот сделаю кормети, где они будут потом нестись. Короче, в общем, все будет круто. Я думаю, у меня все получится. Вот здесь вот, ребята, я разбирал, это все завалы, все, я это, пилу приобрету, кстати, новую пилу скоро куплю, тоже видос покажу. Это все распилю, все на дровишке уберу, тут травку подчищу, сделаю вот здесь вот рабицу, и, короче, они здесь будут пастись. Это все я уберу, все вывезу завтра, у нас приедет машина, короче, грузовая, вот, и это мы все вывезем. О, как хочу камеру уже себе хорошую, чтобы, блин, и снимать на этот телефон. На телефон неудобно вообще. Что там, курите? О, водичку пьют, кстати, ребят. Видите, как пьют водичку? Сейчас преувеличу чуть-чуть. О, какая-то вода. Смотри, сейчас попьет, голову задерет вверху. Опа. Не, ну, ребят, поддержите уже лайкосом, комментом хорошим. Посоветуйте мой канал своим друзьям, близким. Пусть нас тоже поддерживают. Ну, что? Дальше, что я хочу сделать? Я хочу сделать, провести сюда свет. Свет пойдет вот так вот, а по этой вот... по этому забору вот так вот пойдет, и вон там будет выключатель и включатель. Здесь я потом, когда будет зима, поставлю печку, чтобы курицам было тепло. И это, в общем, я не знаю, вот у меня загорелось что-то, вот у меня все поменялось в жизни, я просто хочу, чтобы у меня была хорошая, счастливая семья и ничем отличаться от других. Вот. И сейчас пойдем еще я вам блогом покажу
у меня уже поспела ягода, жимолость. Сейчас я вам ее покажу и продегустирую. Погнали. Смотрите, ребят. О. Вот такая вот жимолость. Сейчас мы ее попробуем. Местами, ребята, местами она горькая. Почему горькая? Откуда? Не знаете? Напишите в комментариях, почему она может быть горькой. Местами есть сладкая, местами горькая. Может, она не доспела. Но варенье будем варить, это факт. Прям по-любому будем варить. Ну что, ребят, пока снимаю вот так вот, как короткие видосы, у меня уже почти скоро 6 тысяч на ютубе. Очень рад, очень благодарен вам всем, то, что вы меня смотрите и продолжаете смотреть. Несмотря ни на что, я иду вверх. И может скоро я куплю свиней, разведу тут нормальную, в общем, нормальное хозяйство. Ну все, ребята, давайте, следующий видос будет купаль, ну, как мы купаемся в бассейне, и все про бассейн. Спасибо.